Когда речь заходит о трубопроводах, трубной резьбе, крепеже большого диаметра, на ум приходит разводной газовый ключ, он же трубный. Такие ключи бывают разного размера и конструкции. Но основных соперника тут два. Это шведский ключ рычажного типа, он же шведка, или ключ Стилсона, он же американка. Весят они примерно одинаково, но давайте посмотрим, в чем же их отличие. Шведка длиннее, а это значит, рычаг больше, крутить легче. Но фиксировать и переставлять легче Стилсон за счет подпружиненного механизма. Зубья у таких ключей скошены, поэтому могут работать с гладкой поверхностью цилиндрической трубы, вгрызаясь в нее. Но все-таки для цилиндрической трубы подойдет больше S-образные губки, а L-образные губки лучше для крепежа с гранями. Также у американок съемная рабочая часть. Кстати, при выборе не забудьте учесть, что размер на шведском ключе говорит нам о размере зева, а размер на Стилсоне говорит о его длине. Каким ключом удобнее работать, зависит только от вас. Лично мне больше по душе ключ американского типа. Считаете иначе? Милости просим в комментарии.